Всем приветики, с вами Дейдара 2, часть 4. Меня чуть не убили сейчас Хокаги. Тройка Хокаги, они вообще что-то... Еще условие было, что в блоке снимается так же, примерно, как и этот. Урон даже в блоке очень много сняли. Как видите, я теперь волнуюсь, смогу ли я пройти. Уже 19-й. Сейчас будет 20-й бой. Самое главное восстановить здоровье сейчас. Ну, Хокаги вообще такие подлические. Они втроем что-то так прессовали, вы не представляете. О, фу. Киллер Би и Наруто. Скорость восстановления шкалы ураган обоих игроков увеличена. Я не знаю. Кто мне тут лезет? Как всегда, не вовремя. Ну ничего. Сейчас надо по максимуму... Блин. Экономить жизни. Блин. Да, не очень хорошо дело обстоит. Вот таких два боя буквально подряд, как Хокаги, которые мне встретились в предыдущем бою, и все. Жалко, я их не записал. Кто знал. Решил, типа, пропущу несколько боев, а то что, все подряд записывать. Так, будем по максимуму экономить, читерить. Да иди нафиг, не. Так. Комбо. Ой. Аккуратно. Еще нам не хватало. Что? А, попал? Отлично. Все, по-моему, все здоровье должен восстановить. Которые у меня сняли. Я уже тогда разволновался. У меня уже пробуждение появилось у Саски. Я его не использовал. Ну, конечно, пресили вообще нормально так. А, вот Сай сказал. А, ну да, я же за Сай играю. Точно. Нус. Сколько нам восстановит? Отлично, все здоровье есть. 20 побед. Осталось еще 10. Еще 10 побед, это, наверное, 15-20 минут, я думаю. Самая тяжелая часть позади. Хотя, самое главное, не попасться под сильный прессинг. Ну вот тройка Хокаги, она была самый жестокий. О, Какаши и Саски. Эпично, кстати, выглядит. Саски такой, как в Брокен Бонде нарисован. Атака обоих игроков удваивается. О, надо поаккуратнее тут. А я сейчас утрою, смотрите, съем пилюльку. И пойду в атаку. Оп. Ну чё ты? Чё ты застал, да? Так и скажи. А, не то сделал. Иди отсюда. Хорошая попытка. Действительно хорошая. Какашки. Блин, зачем? Получай. Это ненадолго остановит ее. Я пока замену попытаюсь восстановить. Ой. Надо поаккуратнее. Прячемся за деревом. Почему? Потому что мы можем это сделать. Опачки. Возможно, завершение техникой. Офигеть. О, слушайте, надо аккуратнее тоже. У него сейчас тоже, наверное, возможно будет завершение техникой. Главное, чтобы он не попал. Тихо. Фу. Прикиньте, вот одну такую бы я пропустил, и все. Все заново. Погнали, в атаку. Да ладно. Так, все время на блоке. Не торопись. Отлично.
этот бой был жесток в плане того, что если бы я пропустил ту технику, которую он сделал, меня бы она просто убила. Отлично, 21 победа, осталось 9. Еще чуть-чуть и прям пройду, ачивку получу, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Киллер Би с Наруто, Йошани, Эши Безди, Йошани, Эши Безди, Underclub, Underclub, Бесса смена лидера, это приведет к чему? К чему это приведет, блин? Так, надо обязательно узнать условия. Так, если оба бойца выполняют смену лидера, это приведет к временному усилению атаки. А, ну хорошо, что ник смерти, я думал, сейчас поменяюсь и умру. Давай, меняйся на Наруто, задолбал. Я вон сменился, а ты чё нет? Опа! Уии, куда-то не туда полетел. Хорошая попытка, хорошая. У меня есть Саски. Это тупо прозвучало, да? А, его усиление атаки... А, не, у меня тоже усиление атаки. Надо поаккуратнее быть. Чакры нет. И отсюда. Старикан. Огниксовый чинори. Давай, давай. Опа. Шикарно прям. Прям идеально подловил. Вперед, Курама. Двигайся быстрее, ветер. Думаешь, сможешь поспеть со мной, старик. Прикольно получилось, неожиданно. Блин, классно они сделали. Ого. Вот эта техника. Потому что я знаю, я научился здесь в прошлом. Ну да, да, мы помним, уже это говорил не раз нам сегодня. И не два. И даже не три. И, возможно, даже уже и не пять. 22. Осталось 8. Эх. А в следующем месяце Dark Souls 3. Какие будут времена. Страдания, боль, унижение. И все это Dark Souls 3. Так, оба игрока получают урон, даже находясь в блоке. Вот тогда, вот с этим условием, мне Хакаги дали огромный такой пиздюльки. В этот раз я буду просто предельно аккуратен. Отпнул тебя назад. Блин, что я делаю? Вот так вот. Только руки гощнее. Так, Саске. Мне интересно вот это вообще такое. Ага, шикарно, слушай. Что я раньше не делал, тилтинг нолик. Извини, но нет. Сегодня не твой день. Тилтинг нолик. Вот, кстати, этот тилтинг нолик в бое. В бою. На, ну, короче, Саски против Наруто, босс батл. Тоже его опасайтесь. Опа. Уклонились, ударили. Еще усилились. Так. Получай. Аматрас. Аматрас. Ничего личного с матрасом. Саски, кстати, классный перс. Я его, наверное, буду все время ставить себе в команду. Просто нравится он мне. Пацанчик удобный для использования. Это была твоя ошибка, что ты попытался заблокировать. Слушай, а что я никогда не делал это? Или что ты забыл? Великая техника эротическая. Сейчас. Давай, ну!
Блин, ща. Нет, не то. Так. Давай. Есть. Сейчас увидим реакцию Цунады. Давайте быстрее, ребята. Кто Цунаду убежит? Это было прикольно. И остался она так лежать. Навсегда. Это было эпичное завершение. Что ты тут начал думать? А что они тилтинг используют, а я нет? Тилтинг. А еще я жду Тейкена. Ой, Итачи Учиха и Саски Учиха. Это должно быть как минимум интересно. Тем более, какое условие нас ждет. Ну, так, фигня. Но зато на них можно применить. Так и вилка. Чё, настало время, я думаю, супер комбо, да? Блин, не получилось. Воу. Полегче. Или поактивнее играть. Летит, мне не долетело. Ты обидел меня. О, Сарки. Иди сюда, маленький звук. Хорошая попытка Сарки, но... О, отлично, завершение тайной техникой. Нет? Блин. Это хреново, пацаны. Ну и умри. Нет. Ну ладно, не хочешь завершения тайной техники, то не надо. Я так закончу дело. Получай. Саске! Шикарно, мы сделали это. Так, проматываем сразу. Экономим время. 24. Еще 6 боев. Так, уже без 5-12. 6 боев, думаю, где-нибудь 12-15, наверное. Все-таки закончу. Роуши. А этих двух я не помню уже. Так, атака обоих игроков удваивается. Ну что ж, 25-й бой. Ой. Поехали. Аккуратненько. Оп. Все ради ачивмента. Ради платины. Слушайте, у меня такое раннее завершение с техникой. Точно, надо это использовать. Давай. Блин. Ах, думал, не сделает блок, не догадается. Так, снимемся. Ой-ой-ой. Так как ты играешь, если неаккуратно, я заметил. Сейчас надо поаккуратнее играть. Чуть больно ногу снимают. Ой-ой-ой, раз, два, три. Кстати, может быть очень опасно.